Танки Т-80 обкатывают танкодром окружного учебного центра ВВО. Местность сплошь косогоры, вдобавок усыпанной снегом. Тем лучше. Механики-водители танковых войск должны уметь работать в любых условиях. Этому сейчас и учатся курсанты, которые только привыкают водить боевую машину. Сегодня у меня было первое вождение. Ощущение, ну, это ни с чем не сравнить, потому что, ну, это как бы водить там автомобиль какой-нибудь или еще какую-то технику, и водить боевую технику — это совсем разные вещи. Понимаешь уже ответственность какую-то, ну, сложно. К управлению настоящей боевой машиной курсанты приступают не сразу. Сперва практиковались на мультимедийных тренажерах. И на самом танкодроме им спешить нельзя. Нужно убедиться, что танк в строю и все работает исправно. Ведь на нем нужно будет преодолеть естественные и искусственные препятствия, выполнить остановку на спуске и подъеме. Это входит в программу подготовки военнослужащих-призывников, которые учатся на механиков-водителей. Это основа вождения, целями которого занятия являются, чтобы курсанты научились трогаться с места, подготавливать танк к движению, переключение передач в ходе маршрута и остановка машины на стоп-линиях. Чем больше практики, тем сложнее препятствия. Ограниченные проходы, вождение машин в составе колонны на сложном ландшафте. И этому обучаются будущие механики-водители танковых войск Восточного военного округа. А заодно курсанты нарабатывают стаж практического вождения машин. Все результаты их тренировок вносятся в специальную карточку учета. Мария Шулешко, «Смотри Хабаровск».